Каждый третий гектар посевной площади в Ульяновской области и каждая четвертая тонна производимого зерна – фермерские. За 17 лет объемы производства в КФК выросли в 11 раз. Без преувеличения, сельское хозяйство на сегодняшний день – передовая отрасль региона. В Ульяновской области количество крестьянских фермерских хозяйств, дорогие наши фермеры, увеличивается от года в год. И мы не можем, к сожалению, сказать это в целом по Российской Федерации. Да, мы видим, идет тренд на снижение. Погектарная субсидия на приобретение элитных семян, на реализованное молоко, региональные и федеральные меры бюджетной поддержки способствуют активному развитию малых форм сельских хозяйств на селе. Только за последние два года общая сумма финансовой помощи по всем направлениям почти 483 миллиона рублей. Их вклад бесценен. Мы сегодня говорим огромные слова благодарности нашим малышам за их вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона. Конечно, этому способствует большая государственная поддержка, которая выделяется для их развития по 40 всевозможным направлениям в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и национального проекта. За два года гранты по программам поддержки начинающих фермеров получили 50 претендентов, агростартап – 37. Крестьянско-фермерские хозяйства создают новые рабочие места, помогают в решении социальных проблем села. Сегодня на первый план выходят новые задачи – подготовить современное поколение фермеров. Согласно нынешним реалиям, каждый из них должен быть и управленцем, и экономистом, знать основы бухгалтерского учета, агрономии, животноводства и растеневодства, то есть обладать большим набором компетенций. Ульяновский регион пошел на опережение. Здесь стартовала школа фермеров. Те ребята, которые прошли пилотный проект, в дальнейшем мы сделали диагностику и посмотрели, где мы сработали, где мы действительно у нас был пробел. В любом случае пилотный проект сработал на 5 плюсов. И вот новая инициатива региона – ввести профессию фермер в программу высших учебных заведений. Уже сегодня подписано соглашение о КОР России и Ульяновским аграрным университетом.